17 апреля по поручению ректора КФУ Ильшата Гафурова продуктовые наборы получили иногородние иностранные студенты, проживающие в общежитии на Адели Кутуе. Каждый получил набор, в котором были картошка, рис, макаронные изделия, кетчуп, майонез, масло и бытовая химия. Наборы были сформированы благодаря благотворительной помощи компании и организации Татарстана. Здесь университет сформировал как собственный фонд, так и мы обратились к нашим друзьям, спонсором, как сейчас принято называть, бизнес-структурам, прежде всего главам муниципальных образований. Я бы, конечно, в первую очередь хотел отметить компанию, группу компаний «Нафис», которые в какой-то степени сами инициировали весь этот процесс. И здесь, чтобы показать личный пример, и я, и проректора нашего университета сделали существенные вложения, директора институтов, и сегодня порядка миллиона рублей мы имеем вот в так называемом нашем личном фонде поддержки. Конечно же, это не разовая акция. Буквально вот сегодня мы завершили раздачу продуктовых наборов по всем общежитиям, находящимся в городе Казани, в Елабуге, в Набережных Челнах. Ну а те общежития или те студенты, которые живут в так называемой деревне Универсиады, тоже в Казани, они начнут получать продуктовые наборы в понедельник и вторник. И более того, в магазине деревни Универсиады мы, это собственность университета, мы на 50% снизили на особо необходимые товары. В основном это необходимые средства личной гигиены, как для мужчин, так и для наших девушек. Мы часто общаемся со студентами, и у многих возникла сейчас проблема в том, что несмотря на то, что введен режим самоизоляции, в продуктовых магазинах очень часто многие правила не соблюдаются, и поэтому такая помощь от университета – это возможность для нас лишний раз остаться в безопасности и не подвергать себя какому-то риску. Плюс ко всему, это помощь, потому что у многих студентов есть финансовые затруднения, мы сейчас не можем не заниматься подработкой, поэтому это действительно помогает еще и сэкономить какие-то денежные средства. Я когда рассказывала своим родителям о том, что нам дадут картошку, там, порошок, они сказали, что это вообще очень классно. И ну, мне на самом деле это и моим подружкам, и мне тоже это очень полезно, нужно. И кажется, что мы кому-то нужны, что не всем на нас наплевать. Напомним, 13 апреля ректор КФУ Ильшат Гафуров поручил продумать программу организации помощи иностранным и иногородним студентам. 15 апреля продуктовые наборы получили студенты, проживающие в общежитиях на Бутлерова, Пушкина и Гвардейской. В общежитиях елабужского филиала КФУ остались проживать более 1000 иностранных студентов. Ежедневно происходит раздача продуктовых наборов особо нуждающимся студентам. И появился ряд благотворителей, спонсоров, наших друзей из числа выпускников нашего института. И что очень важно, университет вот такими акциями показывает, что мы одна большая дружная семья. И вот как в семье большой принято помогать близкому, находящемуся в непростой ситуации, вот точно так же у нас и в университете. Раздача продуктов продолжается и в Набережно-Челнинском институте. Здесь также в благотворительности приняли участие местные предприятия и организации, а также узбекская диаспора. Диана Желенкова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.